страшненько, трудно, конечно. Трудно забыть, легко потерять. Погнали, давай. Сейчас мы с тобой... Давай, это. Сейчас я сделаю, шеф, погоди. Сейчас перед тобой стоят три легенды нашего депо. Электровоз ЧС-2Т, электровоз ЧС-6, их две штуки. Они просто по-разному раскрашены, одинаковые электровозы. Они появились после электровоза ЧС-200, на котором мы с тобой были. Отличается чем? То, что у них уже бандажные колеса, другие токоприемники и другое передаточное число на редуктор. Все. А вот этот малыш, это мы его зовем ослик, потому что он едет так, как будто ты на нем скачешь. По нему видно, если честно.